Инцидент произошел 3 августа. 7-летний мальчик упал в ливневую канаву, которая проходила вдоль улицы Октябрьской. Ливневка не была оборудована решетками. Обвинение по уголовному делу было предъявлено владельцу гостиницы, где отдыхал ребенок. По данным следствия, обвиняемый, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сегодня суд Лазаревского района Сочи уголовное дело закрыл в связи с достижением договоренности о выплате потерпевшей стороне 150 000 рублей.